Дорогие наши друзья, эта срочная новость сбила с ног всю страну. Ведь многие из нас являются большими поклонниками и фанатами Рыжего из Иванушек, Андрея Григорьева Аполлонова. Многие из нас очень усердно наблюдали за его жизнью в Инстаграм. Сегодня один из российских сайтов сообщает нам ужасную новость, от которой вы будете плакать. В данной новости говорится, что буквально час назад стало известно о том, что российский певец Андрей Аполлонов Григорьев, он же Рыжий из Иванушек, тяжело болен. Какой болезнью, пока не сообщается. Также в новости говорится о том, что он уже заявил о том, что он заканчивает свою карьеру и уходит из шоу-бизнеса. Является ли эта новость официальной? Правда ли это? Либо это очередной фейк, друзья? Нам предстоит в этом разобраться. Давайте будем надеяться, что эта новость – самый простой фейк. Давайте будем надеяться, что с Андреем все будет хорошо, его жизни и здоровью ничего угрожать не будет. Подпишитесь, друзья, на наш канал, следите за нашими новостями и будьте в курсе всех событий в мире шоу-бизнеса. До скорых встреч, дорогие наши подписчики и зрители нашего канала.